Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Да, здравствуйте. Меня зовут Семенников Антон. Я генеральный директор компании Direct Service. Мы занимаемся строением омниканальных программ лояльности и продуктами на базе предоплаченных технологий. Расскажите, пожалуйста, зачем вы приехали на выставку? Наверное, вам есть что показать, сказать что-то новое, и партнеры, наверное, должны оценить какие-то ваши новые кейсы. Поделитесь, пожалуйста, этим. Я уже, по-моему, пятый или шестой раз посещаю неделю ритейла в своей жизни. Как всегда, здесь концентрация интересного контента, технологий. В этот раз мы поделимся также своими работами, связанными с построением омниканальных программ лояльности. Покажем цифры. Все это будет магазин 4.0 4 июня утром. Все. Да, расскажите ваши впечатления от выставки. Так как вы посещаете не первый, не второй раз нашу выставку, скажите, как это отличалась эта выставка от других? Как-то пандемия сказалась ли на людях, на партнерах? Или наоборот, все было абсолютно так же? Смотрите, очень сложно сравнивать с пандемией, потому что в прошлом году выставки не было в офлайне. Поэтому говорим 2 года назад. Если с этим сравнить, то те же лица, то есть я встречаю своих знакомых, все те же компании, появляются новые, их немного, правда. В основном новые технологии от старых компаний. Я бы так сказал. По количеству людей, первое впечатление, ну, наверное, плюс-минус так же. Это хорошо, значит, рынок опять проснулся, и ритейл-рынок движется в нужном направлении в будущее. Хотим пожелать вам удачи на нашей выставке, найти новых интересных партнеров и, надеюсь, до встречи в следующем году. Да, спасибо.